Привет, ребятки, давайте начнем видео, уроки, в которых, в общем, мы пройдем Duolingo. В общем, начнем изучать английский. Ну, как изучать, типа, для начинающих. Итак, это, в общем, Duolingo, такой популярная фигня. Duolingo.com. В общем, создаем аккаунт. Будем изучать английский. Так, кликаем Get Started и выбираем тут English. Так, у нас типа у вас язык, каким языком вы говорите, типа русский, да, типа, чтобы меню было на русском. Там, что мотивирует вас изучать английский, что нам выбрать? Ну, выбирайте любой, это в принципе не имеет значения. Давай, я так во, какую-то учебу наберем дальше. Здорово, теперь выберите цель на день. Какая у нас цель? Давайте обычную возьмем, 10 минут на день. Мы можем даже, да, давайте 10 минут дальше. А, ладно, продолжу через эту фигню. Learn anywhere. Ключи кругом. В общем, Duolingo App. Скачать можно типа на... Наверное, куда-то там нам в смартфон, но мы не будем. Спасибо. Итак, выберите ваш путь. Beginner start at greeting 1. Продвинутый advanced learner take a short test. В общем, продвинутый возьмет легкий путь. Я что тут ничего не пойму. В общем, выберите. Начинающий начинает с greeting 1, а продвинутый короткий тест. Давайте мы типа начинающие, да, вот мы предполагаем, мы начинающие. How? О, это китайский вообще. У меня китайский язык. Я, в общем, давно регистрировал этот аккаунт. Ну, заходил сюда, в общем, на Duolingo и добавил китайский. Так вот, мы можем добавить английский. Вот кликаем сюда, вот и add a new course. Но для того, что тут в списке нету английского, так как у меня speak English. То есть, типа, вот если мы выберем, например, русский, сейчас speak русский, да, где там он есть. Вот speak русский, да, то тут на русском, для русского языка всего 1, 2, 3, 4, 5, 6 курсов. Вот если вы хотите изучить китайский язык, то вам надо кликнуть, выбрать English, и вот вам появляется здесь китайский, там какие-то еще, да, вот даже русский можете получить, украинский и так далее. Вот куча, вот если вы на английском, то тут намного больше курсов. Итак, то есть мы решили изучать английский. Попробуем, да, выбираем русский. И выбираем, добавляем курс. 6 и 12 миллионов, сколько тут их учат, да, как видим, английский очень популярный. Это самый такой популярный, 6 с чем-то миллионов. Так, кликаем. Learn English from Russian. Active learners. 6 миллионов активных изучающих. Об курсе spoken by over 750 million people. English is the second most spoken language in the world after, ну, типа, после китайского второй. И так далее. В общем, хороший английский. Самый такой, очень такого хорошо, очень... Как там, second? Ну, большинство говорящий язык. Это английский. Так, 1,5 миллиарда на английском говорит. По китайскому типа чуть больше. Ну, ладно, в общем, старт курс. Кликаем. И все. В общем, мы уже в Duolingo. Вы преподаватель языка. С помощью Duolingo вы можете превратить изучение странного увлекательного приключения. Попробовать. For schools. Не. Выберите ваш маршрут. Это уже в следующем уроке. В общем, в этом уроке мы установили этот так называемый Duolingo, а в следующем уже начнем выполнять задание. До свидания, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.